Приветствую, уважаемые зрители и подписчики канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматический пистолет-пулемет ASG Cobra Ingram M11. В коробке нас ждет гарантийный талон, руководство по эксплуатации, магазин, сам пистолет-пулемет, упаковка стальных шариков и шестигранный ключ для дожимного винта газового баллончика. Внешне модель отлично повторяет свой боевой аналог. Длина составляет 255 мм. Корпус изготовлен из прочного и качественного пластика, который окрашен в черный цвет и имеет очень приятную фактуру. Внутренние механизмы сделаны из металла. Благодаря широкому применению пластика удалось добиться веса всего лишь 531 грамм. Стреляет он, как вы уже поняли, стальными шариками калибром 4,5 мм BB. Поистине длинный магазин вмещается до 27 шариков. Туда же устанавливается и баллончик с газом CO2 на 12 грамм. Одного такого баллона хватит примерно на 70 выстрелов с максимальной мощностью. Производителем заявлена максимальная скорость выстрелов 120 метров в секунду. Мы намерили целый 131 метр в секунду. Видимо, для этой модели компания указала характеристики с запасом. Кстати, приклад откидывается и выдвигается точно так же, как у боевой модели. Он выполнен из металла, так что о его прочности можно не беспокоиться. Мушка и целик повторяют такие же в боевом образце. На передней части снизу расположен предохранитель. Пожалуй, единственная грустная вещь о данной модели – это отсутствие автоматического режима. Но при этом пистолет-пулемет отличается хорошим соотношением качества и цены. Он подойдет для спортивной и развлекательной стрельбы. Узнать цену и приобрести этот пистолет-пулемет вы можете на нашем сайте. Ссылочка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».